начале 20 века здесь, во французской Гвиане, это было ультрасовременное сооружение – сигнальный маяк. С его помощью держали связь с островами в 2 километрах отсюда. Спустя 100 лет кажется, что ничего не изменилось. И маяк на месте, и песчаный пляж рядом – все отдает характерной для Гвианы неторопливой тропической идиллии. Но как минимум раз в месяц прямо отсюда, с этих камней, открывается вид на нынешнее ультрасовременное сооружение Гвианы. Точнее, даже не на само сооружение, а на его конечный продукт – венец инженерной мысли. На вот это – старт ракеты. Она взлетает с космодрома, расположенного неподалеку, Гвианского космического центра. Причем из 3 стартовых площадок, которые находятся там, одна – российская. И называется она «Союз». Бывшая колония, а ныне заморский департамент Франции. Французская Гвиана. Не слабое сочетание. Тропическая страна, а все вокруг говорят по-французски. Вот местный рынок. Цены, прошу заметить, в евро. Забавно смотрится. Это в Южной Америке-то. Но есть еще кое-что похлеще. Вся Гвиана, как и положено в этих широтах, покрыта джунглями. А среди них стоит космодром. Вот он, Гвианский космический центр. Отмотаем немного назад в историю. Гвианский космодром начали строить еще в 60-х годах прошлого века. И была, конечно, веская причина, почему именно здесь. Ведь климат и условия жизни «не па террибль», как сказали бы французы. В буквальном переводе «ну совсем не фонтан». Французская Гвиана находится почти на экваторе, а космодром всего в 500 километрах к северу от него. Теперь нехитрый, в кавычках, эксперимент. Вот это мы отметили Гвианский космодром. Другую точку ставим повыше. Запускаем вращение Земли и смотрим на нее сверху, со стороны Северного полюса. И вот хорошо видно, точка на экваторе, там, где космодром, двигается гораздо быстрее той, что находится севернее нее. Такой эффект еще называют эффектом прощи. То есть ракета, пущенная с экватора, получает при этом дополнительную инерцию. С точки зрения экономики – чистый профит. Любой экономист сразу сообразит. При том же расходе топлива можно вывести на орбиту более тяжелый груз. Хм, получается, что так? Эта близость к экватору добавляет городскому пейзажу французской Гвианы одну очень характерную черту. Все параболические антенны здесь, тарелки, смотрят вверх. Это потому, что спутники, передающие телевизионный сигнал, находятся на геостационарной орбите. Грубо говоря, они висят над экватором. То есть прямо над нами. Гвианский космодром – это 3 стартовых комплекса. Чтобы было понятно, скажем так, это 3 площадки, откуда взлетают или будут взлетать ракеты. Пока работает только одна из них – вот эта – ELA-3. Примерно раз в месяц отсюда стартует ракетоноситель тяжелого класса – Ариан-5. Вторая площадка неподалеку. «Вега» для ракеты-носителя легкого класса. Площадка еще строится. И, наконец, на значительном удалении от них достраивается 3-й комплекс. Для российской ракеты-носителя среднего класса «Союз». Нетрудно догадаться, что и сам комплекс называется «Союз» латинскими буквами «Союз». Thank you.
Гвианский космодром расположен на побережье Атлантического океана на полосе длиной 60 километров и шириной примерно 20 километров. И все стартовые площадки стоят как бы вдоль этой полосы. А зачем? Ну, дело в том, что ракеты сразу после пуска оказываются над водной гладью, то есть отработанные ступени падают в воду. И даже если с самой ракетой, конечно, не дай бог, что-то случится, она тоже упадет в воду. Словом, в отличие от самолета, полет ракеты гораздо безопасней над океаном, чем над землей. Правда, есть и минус в таком далеко расположенном космодроме. Ракеты-носители и спутники в Гвиане не делают. Их привозят туда в разобранном или полуразобранном виде. А путь не близкий. Все ракеты во французскую Гвиану доставляются водным путем. Оно и понятно. Страна граничит с Атлантическим океаном. Ее прорезают многочисленные речушки. Вот это называется Куру. И порт, стоящий на ней, тоже Куру. И даже город по соседству. Опять же, Куру. Регулярно два специальных судна с птичьими именами «Калибри» и «Тукан» доставляют сюда ракетоносители. Потом их выгружают на берег и отправляют на стартовый комплекс. Российские союзы прибыли во французскую Гвиану точно так же. На кораблях «Калибри» и «Тукан» они пересекли Атлантику, проделали путь от Санкт-Петербурга до Куру. Дальше аккуратно, с черепашьей скоростью и почти президентским кортежем контейнеры с блоками ракет доставляют на стартовый комплекс. Вот это как раз везут всего-навсего боковушки первой ступени ракеты-носителя «Союз». На тягачах таблички «Спецконвой». Все остальные машины, включая нашу, почтительно стоят на обочине. Монтажный испытательный корпус, сокращенно МИК. Место, куда ракета-носитель вот так после долгой транспортировки доставляют по частям, и внутри этого здания происходит сборка, как здесь говорят, изделия. Изделие — это и есть ракета-союз. Для того, чтобы зайти в здание монтажно-испытательного корпуса, нужно приложить вот этот магнитный пропуск к специальному считывателю. И после этого человек может пройти вовнутрь. Ну, вот, собственно, это зал сборки испытаний ракеты-носителя «Союз» в монтажно-испытательном корпусе Гвианского космического центра. Ракета-носитель «Союз» — название условное. Сейчас уже нет просто «Союзов». Есть «Союз-У», «Союз-ФГ», «Союз-СТ» и так далее. Но все это одно семейство, созданное на основе первой межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7», построенной Королевым в 50-е годы прошлого века. На модифицированный «Р-7» 8К-71 был запущен первый спутник Земли. На модифицированный «Р-7» в Востоке полетел Юрий Гагарин. И до сих пор на ракетах этого семейства отправляются на орбиту космические аппараты и пилотируемые корабли. Но для простоты их всех неофициально называют просто «Союзами». То есть это самое что ни на есть настоящая ракета «Союз», ее самой последней модификации, которая в состоянии вывести на низкую орбиту более 7 тонн. То есть это боевая машина, бывшая баллистической ракетой. Забавно, и первая в истории космическая ракета была военная, и эту тоже в свое время венчала ядерная боеголовка. Да, но что-то мы отвлеклись. Пока есть возможность, надо ее поскорее потрогать. Осторожно. То есть дотронуться можно? Дотронуться можно. До любой части? До любой части. Ну вот, например, ну пусть будет вот это.
То есть я сейчас затрагиваю до сопла. Без проблем. Здесь сложно что-то сломать, потому что в полете здесь очень тяжелые условия. То есть здесь бешеные акустические, температурные нагрузки. Поэтому это все равно, что спрашивают разрешение. Можно я потрогаю танк, не сломаю ли я его? Это называется «взяли и испортили всю романтику». А забраться на нее можно? Тоже без проблем. А это уже называется «полезли быстрее, пока вы не передумали». Но тут нет, как на самолете, каких-то мест, где написано «не становиться». Нет. Здесь все достаточно крепкое. Да. То есть, более того, то есть она, обычно ее положение это вертикальное, то есть по ней как бы походить не получится просто так. То есть угу. Это когда она в мике здесь. Угу. Но опять же, когда она в мике, ну, вес человека, ну, 100 килограмм, ну, это ничто для нее. Угу. Для этой ракеты это ничто. Угу. Чтобы было понятно, мы стоим на первой ступени – боковушки. Всего их 4 штуки. На профессиональном жаргоне они обзываются морковками. За ними длинная, как сигара, вторая ступень. Есть еще третья, она лежит отдельно. Ракета сейчас сухая, не заправлена компонентами топлива. На пусковой установке в нее зальют керосин и окислитель – жидкий кислород. Стартовый комплекс «Союз» — это, грубо говоря, 4 основных строения. Мы находимся в МИКе — монтажно-испытательном корпусе. Перед МИКом самое главное — пусковая установка, откуда ракета стартует, и мобильная башня. А позади МИКа располагается КП — командный пункт. Но об этом, обо всем мы поговорим чуть позже. Охраной Гвианского космического центра и стартового комплекса «Союз» занимается одно из самых знаменитых воинских подразделений Франции – «Иностранный легион». Вот как раз ворота на его территорию. Обычно они, как сегодня, закрыты, особенно для журналистов, но для нас сделали редкое в таких случаях исключение, и сейчас мы сможем попасть внутрь. La Légion étrangère – иностранный легион. Honneur et fidélité – честь и верность – девиз иностранного легиона. Да простит он мне мое произношение. Сегодня во время учений нас будут сопровождать журналисты. Хотя, с другой стороны, при чем тут произношение? Иностранный легион исторически комплектуется добровольцами из иностранцев. В нем сейчас, по разным подсчетам, от 120 до 136 наций. Так что моим французским тут вряд ли кого-то удивишь. Иностранный легион был создан 9 марта 1831 года королем Луи Филиппом. Причина создания вполне прозаическая. Франции нужны были войска для колонизации, а в Париже скопилось много иностранного сброда. Понаехали тут. Вот из этого понаехали и решили создать войско. Сразу сложилось несколько традиций. Иностранный легион может использоваться только за пределами Франции. В иностранный легион принимают всех, даже преступников. Имя при вступлении в иностранный легион никто не спрашивает. Главное, верно служи, и твое прошлое останется только на твоей совести. То, о чем вы говорите, это было давно. Теперь все изменилось. Мы больше не принимаем в легион преступников. Это просто невозможно. Максимум, что допустимо, мелкое прегрешение. Драка на улице, например. Тогда еще подумают. Но не факт, что примут. А вот с иностранцами все осталось по-прежнему. Например, машины мне показывает бывший гражданин Эфиопии. Это вездеход BV-206. Он пройдет где угодно. Это наш P4, внедорожник. Квадроциклы очень хорошо использовать в джунглях. Пожалуй, хватит о технике. Внимание, по машинам. Thank you.
Сейчас мы едем к Гвианскому космическому центру. Будем патрулировать стартовый комплекс «Союз». Понятно, что все это представление специально для нас. Вездеход-амфибия время от времени съезжает с дороги, картинно едет по заболоченной местности. К нему с не меньшими брызгами присоединяются и квадроциклы. Мы проезжаем через стартовый комплекс ЕЛА-3. Двигаемся дальше. Вот и «Союз» за высоким забором. А потом какое-то резкое движение, крик по рации, и все пошло не по сценарию. Оказывается, возле стартового комплекса «Союз» заметили этого человека в резиновых сапогах, майке и почему-то камуфляжных штанах. Вроде бы при нем было ружье. Человека окружили, отобрали ружье, связали руки. Сейчас говорят со штабом иностранного легиона, докладывают ситуацию. Из того, что этот человек не сказал ни своей национальности, ни своего имени, ни почему он находится в этой зоне, легион должен его доставить в ближайшее отделение полиции. Таковы здесь правила. Все, вас понял. Мы его освобождаем. А ружье-то российское. А арестованный-то подсадной. Все-таки эту сцену специально для нас разыграли. Нет, я-то сразу догадался. А вот оператор купился. Честное слово. Ну что, пора вернуться снова на территорию стартового комплекса «Союз». Ну вот сейчас мы подошли непосредственно к пусковой установке, с которой происходит запуск ракеты-носителя. Пусковая установка – это опорное кольцо из бетона и стали. На нем 4 фермы, которые будут держать ракету, и 2 мачты. С помощью них ракета-носитель соединяется с наземными коммуникациями. А еще здесь их сразу и не заметишь. 4 антенны. Защита этого места. Их по старинке называют громоотводы. Вот. 1, 2, 3, 4. Они окружают место пуска ракеты со всех сторон, ведь гроза в этих широтах не редкость. И когда «Союз» встанет на стартовый стол, вот так, они будут защищать его от вероятного удара молнии. А вот попадание в саму ракету электрического разряда может привести и к взрыву. То есть это мы как бы спускаемся, ну, практически под землю? Да. Это подземная часть стартовой пусковой установки. Непосредственно здесь размещаются помещения для оборудования подготовки ракет-носителя. На данный момент мы спустились на минус первый этаж. Ага. Минус 5,2 метра. Подземная часть пусковой установки. Помещение для коммуникаций, которые соединяют ракету с наземными системами и обеспечивают запуск. Как внутренние органы какого-то чудного организма. Непередаваемое переплетение хромированных трубопроводов. Кстати, все они с заземлением. Статическое электричество здесь не любят. Рядом, за бетонной стенкой, будет стоять ракета, а это 300 тонн топлива. Мы спускаемся все ниже. Оказываемся под кабиной обслуживания ракеты-носителя «Союз». Вместо кабины мы будем видеть хвосты ракеты, из которых потом при запуске двигателя газы будут отводиться через газоотвод. Газоотвод – самый нижний и, пожалуй, самый внушительный уровень всей пусковой установки.
Это газоотвод стартового комплекса «Союз». Значит, большой котлован, облицованный со всех сторон бетонными плитами. Во время пуска ракеты здесь, в буквальном смысле, самое жаркое место. А еще перед пуском на ракету-носитель установят спутник. Только не так, как это делали раньше. Дело в том, что на российских космодромах головную часть, спутник, космический или грузовой аппарат, устанавливают на ракету в горизонтальном положении. Так исторически сложилось. Потом ее везут к месту пуска и там вертикализируют, поднимают. На зарубежных космодромах обратная ситуация. Ракету-носитель еще на стадии сборки ставят вертикально, в таком же положении на нее устанавливают космическую головную часть и в таком же положении везут на старт. Для комплекса «Союз» во французской Гвиане решили пойти на компромисс. Ракету-носитель будут собирать горизонтально, доставлять на пусковую установку, вертикализировать, а потом как бы в последнюю очередь устанавливать спутник. Для этой заключительной операции здесь строится вот такая огромная штука – мобильная башня обслуживания. Фактически это подъемный кран, который к тому же будет работать как защитный купол. После того, как мобильная башня обслуживания будет полностью закончена, она приобретет вот такой вид. И, конечно, главной ее задачей будет как бы наезжать на стартовую площадку, закрывая ракетоноситель «Союз» от воды, ветра, влаги, то есть сводя к минимуму воздействие внешней среды. Итак, пойдемте со мной. Я покажу вам разные уровни мобильной башни. Высота этой конструкции почти 53 метра. 53? 53 метра. Ну а сейчас мы на 15 метрах где-то. Когда мобильную башню закончат, она будет закрыта со всех сторон металлическим панцирем. А пока сквозь нее открывается шикарный вид на весь стартовый комплекс. Вот здесь будет стоять ракета-носитель. Третья ступень. Да, третья. А сверху на нее будет устанавливаться головная часть, спутник. Вот так. Мы сейчас с вами находимся на командном пункте, на боковой лестнице командного пункта. Вдали мы видим стартовый комплекс. Расстояние от стартового комплекса до командного пункта 1024 метра. Командный пункт. Уже из названия понятно. Место, откуда отдаются команды всему наземному комплексу и ракете-носителю. Хотя, когда входишь сюда, первое, за что цепляется глаз, это и не электронная начинка здания, нет, а толщина его стен и дверей. Это сколько? Это больше 10 сантиметров здесь. И это металл. Толщина двери, так же, как и сама конструкция стартового сооружения, она связана чисто с вопросами безопасности. То есть в случае падения ракеты на командный пункт вот это вот гарантируется, гарантируется полная безопасность персонала, который находится в командном пункте. То есть практически это как бункер? Бункер, да. Заходим внутрь, в святая святых. Это зал управления пуском ракеты-носителя. Именно здесь будет звучать знаменитая и много раз показанная на телевидении и в кино, особенно в кино,
5, 4, 3, 2. А, хотя не знаю, как там в кино, а на самом деле так уже не говорят. Существует так называемая пусковая циклограмма, которая запускается за, по-моему, два с чем-то часа, и дальше идет автоматический цикл. Нет и кнопки, которая дает команду на старт. Есть ключ на старт, который запускает циклограмму примерно за полтора часа до старта. Кнопки «дренаж» и «мачта» — это на случай, если автоматика не сработает. Можно повторить команду вручную. А еще кнопки «отмена» и «задержка». Задержка пуска может быть либо 5 минут, либо 33 минуты. Такие вот временные окна. Это реальная программа, которая работает во время запуска и показывает траекторию полета ракеты, этапы выведения космического аппарата. Это пока имитация, но во время настоящего запуска будет все то же. Старт. Ракета-носитель почти сразу оказывается над океаном. Мы следим за ней из командного пункта. Вот отошла первая ступень, боковушки, на одной из которых мне удалось постоять. Через некоторое время отделение второй ступени. И, наконец, в Атлантику полетела третья ступень. Дальше спутник на заданную орбиту будет вводить разгонный блок фрегат. Но это уже совсем другая история. За частотой повторения фраз «российский стартовый комплекс», «российская ракета-носитель» легко упустить тот факт, что как раз России это место не принадлежит. Европейское космическое агентство – заказчик и собственник комплекса «Союз» во французской Гвиане. И тем не менее, это редкий по нынешним временам случай, когда высокие технологии у России покупает иностранная держава. Не мы, а у нас. Причем покупает на выгодных условиях. Строительство и эксплуатация стартового комплекса проводятся российскими специалистами. Они будут готовить и запускать ракеты. Вот, будто в подтверждение на пусковой установке надписи на трех языках. Запрещено к использованию нероссийским персоналом. И все это стало возможно по банальной экономической причине. У ракеты-носителя «Союз» самый высокий коэффициент надежности в мире – 0,98. На 100 пусков 98 гарантированно успешно. И пусть в этом есть какое-то неуловимо щемящее чувство – все это наше и в то же время не наше. С другой стороны, не зря говорят, что со временем любое изобретение становится достоянием человечества. Так что и эта ракета как-то незаметно, но перестает быть собственностью отдельно взятой страны. Может, это имели в виду ее создатели, когда задумывали с помощью Союза доказать что-то другим странам? Ха, возможно. Хотя, получается, к этому все и пришло, а значит, что-то в этом есть.